И всем привет, мои хорошие, меня зовут Максим, это канал GG Family. И мы продолжаем играть The Long Dark, продолжаем выживать. Бабулечка, ну ты это, не расстраивайся, чё ты прям? Все хорошо будет. Я за тобой вернусь еще потом. Так, давайте тогда мы приготовим. Хотя, да, можно чайку долбануть. И все будет ништяк. И пойдем искать, где же это место, где нам там карабкаться или что нам там надо будет делать. Все, бабуль, давай, не отчаивайся, короче. Все будет хорошо. Блин, воды бы еще на это накипятить. Ну ладно, в принципе. Нам лишний вес не нужен. Я умудрился. Вот я скинул все, что только можно. Как бы все остальное мне надо. 38 килограмм. Более-менее. Ладно, бабуль, давай, удачи, я говорю, вернусь за тобой, ты неплохая, ты молодчинка, держись, короче. Сейчас сообразим, идти в какую сторону нам, в какую идти, а в какую не идти. Ну давай. Туда. Короче, за АЗС, туда, куда-то, туда, 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 туда. Ну, так и подумал. Там, кстати, я видел же какую-то эту постройку. Блин, на АЗС очко выйти, если честно. Там что-то волков постоянно так много. Куда вон та дорога ведет, тоже не знаю. Можно, конечно, прогуляться, но... Вдруг там ни хрена нету. Там, скорее всего, и нету ни хрена. Там, скорее, наверное, на радиовышку проход. Но я не хочу туда идти. Тратить время только. Застрял. Слышите? А я слышу. Волчара гребаный. А, это эти цепи, блин. Но я постоянно думаю, что за херня. Фух. Блин, не хочу я с волками встречаться, реально. Там тоже куда-то проход. А куда? Блин, можно было, конечно, сходить, но... Нет, и так, блин, я думал, ну эпизод пройдется, но у нас... Ну, серии за 5, за 7. А у нас уже 10-я серия, ребятушки. 10-я серия, вы понимаете? А тут еще ни конца, ни края. Ни конца и ни... Волки ходят. Так что надо, значит, сразу куда-то срезать. Так. АЗС будет вот развилочка. Но я, получается, вот на этой развилке сразу повернул. И иду. Куда-то иду. Ну, нам вон туда. Да, нам к тому дому, значит. По-любому. Блин, а там что такое? Мне же интересно. Хотя там нет ничего, там кролики вон бегают. Ну и пись, пусть бегают. Пись. Пись и пусть. Потому что обычно где кролики, там и... Там и волки. Надеюсь, в туалете там никто не замерз у вас, ребят. А то будет вообще фигово. Жопкой прилипнуть к ободку. Ну нет, нам наверх, надо на самый верх. По-любому. Да, вот получается развилка. Ой, дерево. Дерево, не пугай меня. И по развилке наверх. Я хотел... Блин, я тогда правда угадал прям, что мы туда потом еще сходим.
Парк Милтона. Да, вот, как раз таки. Значит, мы все правильно идем. Сейчас выйдем на дорогу, да? Да. Так. Это заяц? Блин, а. Испугался. Так, какая-то избушка. Без дверей только почему-то. Там он еще какая-то. А, ну это парк. Отсюда тут типа прийти, посмотреть. Кто там? Так, отлично. Капюшончик. Ништяк. Газировочка. Что еще мы тут найдем? Давайте обыскиваем быстренько. И валим отсюда. Вау. Обалдеть. Я аптечку там увидел. Не знаю, зачем она мне нужна. Опять газета. Газету сейчас сразу же выкину. Металлолом тоже нахрен мне не нужен. Огонь, 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 огонь. Газета. Бросить. Что еще можно выкинуть? Что еще, что еще? Хер знает, что еще. Деньги. Да фиг с вами с деньгами. Пусть потом кто-нибудь придет тут. Сигнальные. Блин, еще бы пистолет найти сигнальный. Да не надо. Аптечка. Шприц, повязка. Так, это я не обыскал еще. В принципе, тут можно и переночевать. Тут есть печка. Но единственное, тут нет двери. Это же будет хреново все. Так что мы не будем задерживаться. Парк Милтона. Вот мы где-то здесь, а нам еще надо дальше, короче, идти. Все дальше и дальше и дальше. Какая-то мушка летает у меня тут. Иди гуляй. Я надеюсь, это будет такое очевидное место, что я сразу увижу. Не буду тупить еще всю серию. Да, вон знак, что тут можно. Место для пикников. Ну, конечно, самое время для пикников. Может, что-нибудь тут есть? Угу, конечно. Знак, что можно слезть, да? Только как? Привязаться. Я помню, можно было привязываться. О! У меня такое чувство, что больше я это место не увижу. Может быть, друг мой, может быть. Рюкзак слишком тяжелый. Да ты издеваешься? Надо обязательно, да? Ой. Не то. Так. И что нам выкидывать? 4 килограмма надо скинуть. Так, что пожрать 2? Мясо. Мясо, блин, не хочется скидывать. Давайте похаваем. Водичка, водичка, водичка. Не, просто воды попьем. Смотрим дальше. Сколько у нас? 3,5 килограмма. Прям я в замешательстве. А, кстати. Это можно одеть вот вместо шарфика, да, я как понимаю? Ух ты, ух ты, ух ты! Да, шарфик идет нафиг. Надеваем это. А шарфик... Хотя он легкий очень. Перерабатываем. Так. Что можно выкинуть? Книжки.
Ладно, похеру. Выкидываем книги. Нет, это точно нельзя выкидывать, потому что нечем будет. Выкидываем. Нет. Блин, как его выкинуть? Выкидываем 2 килограмма. Что еще? Тут нечего. Блин, еду-то жалко выкидывать вообще. Керосин тоже. Ладно, пофигу. Вот это выкидываем. И металл выкидываем. Я надеюсь, я правильно поступлю. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем. Чё, я там не проголодался, нет? Ой, не, зачем ты мне это делаешь? 4 грамма. Пофигу, я спички выкидываю, короче. Какую-нибудь. Бросить. Да я тут тоже выкину. Чем мне эти 2 спички? Все. Так, нету волка. Все, давайте. Так. Спускаемся. Осторожненько, осторожненько. Главное, без резких движений. Главное, чтобы он не упал. Опять грустная музыка. Блять! Ёбаный в рот! Фу ты, мать твою! Ух! Вы чё? Вот черт, веревка! Да постарше, чем я думал. Эта веревка так порвалась. Так, что мне там надо? Я даже не это. Не повредился. Или повредился? Нет, смотри-ка. Чувствую себя отлично. Какой видок, да? Обалденно. Ладно, идем. Посмотрим, что у нас там впереди. Я надеюсь, не встретить тут медведя. Правда, мне волков этих хватило. По самые помидоры. Так, что там за надпись? Надо посмотреть. Климбинг ария. Какая-то зона климбинга. Что это значит, я не в курсе, ребятушки, извините. Я много повыкидывал, так что теперь можно пособирать немножко. Хотя бы вот этих веточек. Дрова-то всегда пригодятся. Все дальше и дальше. Куда иду, не понимаю. Тоже будет климбинг-ария. Да. Какая-нибудь, может быть, заповедная зона или что-то такое. Получается, у меня веревки нету или есть? Так, наш 5 килограмм было. А, это... Да, у меня было там гораздо больше. Было 38, да. Заюшки. Заюшки. Ну-ка, бегите отсюда. Не провоцируйте меня. Хотя пожрать у меня много чего. Так, олень. Пещера. Где я вообще нахожусь? А мы сейчас и не поймем, да, мы где? Где-то вот здесь вот. Кто-то убил оленя? Ага. Можно залезть наверх. Ну, сейчас мы так и сделаем, только сходим. Посмотрим, что там за пещерка. Кто там может жить?
Осторожненько. Ой, а тут и костер висит. Есть рюкзачок. Опять спички. Не, еще один мешок мне не нужен. Ой, а вот дрова вот эти вот я возьму. Уголь. Он весит мало, в принципе. Это хорошо. Че, у меня перегруз, да, пошел? Надо что-то выкинуть. Я знаю, чувак, надо что-то выкинуть. Только что? Ты же понимаешь, что, блин, мне все жалко, все жалко. Че, будем дальше продолжать есть мясо? Пить воду? Лечь тут спать, я думаю, не очень хорошо. Блин, а я сейчас не залезу, да? Да, по-любому не залезу. А мне скажет, ты перегружен, чувак. Вот по-любому так и скажет. Так, что-то оттуда птицы так полетели стремительно. Не значит ли это мне, что надо бояться чего-то, нет? Но нет, так нет. Нашим же лучше. Я надеюсь, он сможет залезть. Или он только слазить умеет. Скажет, мне тяжело. Не-не-не-не-не, я не полезу, да? А, блин, раньше можно было ползать, я помню. Ну чё, выкидываем. Так. Чё, дрова выкидываем? Ой, зачем мне не бросить 14. Еще килограмм. Что я еще нашел? Так, давай выпьем газировку. Да, он даже всю не смог выпить, да? Печально. А угля у меня много, угля много очень. А, ладно, труд. А ты чё это-то не выкинул? Ну и... Чё там? Да? 5 штучек. Кидываем. Еще. Еще. Все. Ништяк, полезли. Я надеюсь, мы успеем. Вы тоже надеетесь, да? Я надеюсь, эта веревка не порвется. Ну и, в принципе, хорошо, что я с собой ее не таскаю. Нафиг мне эти 5 килограмм лишних нужны в моем рюкзаке. И без того постоянно забитым всяким хламом. Да, я легко залез. Ну как легко? Так, а куда дальше? Я так понимаю, что тут можно было, наверное, и просто так подняться. Или нет? Нет, смотри-ка. Нельзя было. Не знаю, набирать палочки эти или нет. Но пока, наверное, не буду. Ты чё? О, офигеть, как ты устал, чувак. Ты чё? Всего-то один раз слез и один раз залез. А уже так зеваешь мне. Ты давай это завязывай. А куда идти-то? Так, куда идти, дамы и господа? Конечно, можно сейчас кофейка попить. Палочек тут набрать и попить кофейка. Вот, я вижу, куда идти. Так что мы сначала перейдем, а потом будем думать о
кофейке. Так, осторожненько. Главное, не подскользнись, чувак. Главное, не подскользнись. Тихо, 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 тихо. Опачки. Все, отлично. Мы справились. Но еще раз залезть он не сможет уже, мне кажется. Он и так-то уже зевает у меня. Бедняга. Так, по времени. Главное, время хорошо. Время. Хорошо, что мы на рассвете пошли. Иначе мы бы никуда не дошли. Очередной олененок. Бедняга. Так, мне бы тут как-нибудь пройти, чтобы меня вода не замочила. Было бы хорошо. Еще и под лед бы не провалиться. Да? Блин, красиво. Очень. Очень красиво. Пейзажи тут. Так, я чувствую, хрустит немножко лед подо мной. Так, Тимофеевку пособираем немножко. Что ее можно есть. И она весит вроде там вообще понты. Правда, она и это прибавляет-то. Хер да маленько. Ну ладно, пусть будет все равно. Зато она не портится и... Можно холодную поесть, не надо ни жарить, ничего. А, найти бы еще шиповник. У меня, конечно, есть еще там пару ягодок готовых. Пару заварчиков. Ну, что-то прям много мне ее тут дают. Не знаю зачем. Походу, скоро с едой будет плохо все. Но не факт. Об этом никто не знает. Слишком много вещей. Давай выкинем вот это вот. Мне это не надо. Блин, у меня усталость. У меня усталость. Надо искать, короче, какую-то пещеру уже. Вон, а я вижу пещеру. Отлично. Все замечательно, все шикарно. Так, железная дорога, мост, поезд какой-то. Но спуститься там я не смогу. Жаль оставлять тебя так. Но сейчас я должен найти Астрид. На этом с бабулькой типа попрощался, да? Too heavy. Да, нормально, чувак. Сейчас, я думаю, нам придется тут разводить огонь. Давай сделаем факел. Для начала. Блин, ты что с таким звуком-то это все делаешь? Как будто я не знаю. Так, тихо. Вроде светло, но... Уголки вот эти вот осматривать. Лучше с факелом. Да и мало ли тут кто-нибудь сейчас нападет на меня. Да нет, в принципе, не зря я сделал, потому что тут кромешная тьма дальше идет. Да нормально еще унесем, чувак. Просто тебе надо сейчас где-то лечь, поспать. И все будет зашибись. Ветку. Ладно, не будем трогать. Блин, какая-то криповая такая пещерка. Но мы все еще продолжаем идти вперед. А перед выходом из пещеры можно будет лечь поспать. А потом уже идти дальше.
какие-то разделения. Нет. Угля, да хрена. Сейчас углем будем, короче. Сначала палочками, там, деревяшечками. А потом углем по полной закидаем наш костерок и ляжем спать. Блин, какая-то очень большая пещера. Мне уже страшно. По температуре, в принципе, нормально здесь. Если еще и с костром. Что такое? Вижу белый свет. Отличненько. Так, вон там какая-то коробка. А, нет. Показалось. Блин, да ей конца и краю нет, вы чё? Я надеюсь, тут нету никаких жутей. Как они там называются-то? Бля, да вы что, издеваетесь, что ли? Тупик? Ой, слава богу, тупик. Файр. Файр — это хорошо. Так, что у нас там? Нет, не поэтому. Сколько? 63% еще. Иногда, кстати, вот в левом углу горит. Сколько процентов осталось до конца факела? Но сейчас вот нет. Так, вот и выход. Так что здесь можно тогда... Ну нет, давайте даже поближе к выходу там. Посветлее все-таки. Где-нибудь вот здесь вот. Что, ставим огонь? Где-то так вот. Откуда у меня труд? Фиг знает. Фонарь, палка... Кедровые. Не, давай так. Давай так. Нет. Вот так вот. Хотя, от чего там больше шансов? Да, пусть будет фонарь. Ладно, 75% на удачу. Давайте, пробуем. Я думаю, должно разгореться. Почему нет? Так, жарить нам, в принципе, нечего, если только снег потопить. По воде у нас вроде бы там все довольно-таки печальненько. Единственное, плохо, можно, конечно, чуть-чуть поспать, напиться кофейку и двинуть дальше. Ну, не знаю, разумно ли это. Добавляем. Уголь, когда можно будет? Давай, через 22 минуты. Фонарь. Нет, не будем. Хотя... Хотя... На. Нормально ты кинул. Так. На час нам хватит. Что у нас тут по воде? По воде, в принципе... Когда уголь можно кинуть? Через 17 минут. Так. Все-таки поспать нам надо. Давай. Часок, короче, ложимся спать. Хотя... Да, часок спим. Сейчас просыпаемся, докидываем угля. И спим еще немножко. Потом завариваем кофеек. Блин, облачаю. Чаю еще долбануть. Уголь. Погнали. 2 часа. Травяной чай. Готовим. Блин, водичка сейчас у меня закончится, да? Блин, а скоро уже темнеет. Так что, может быть, нет смысла мне куда-то идти. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Так. Давайте сделаем, во-первых, факел еще один.
Дальше. Нет. На 3 часа нам хватит. Да, пусть даже на 4 будет. Топим воду, литровочку. Потом кипятим ее быстренько. Ну да, на ночь тут, короче, остаемся. Потому что я не хочу по темноте там где-то шляться. А, дальше. Томатный супец сейчас готовим. Сразу же его съедаем. Так, а травяной чай я бахнул уже, нет? Не помню. Так, вот она открытая. Согревание. Так, для собак нет, я не хочу. Так, по мясу что у нас еще? Еще есть пару кусочков мяса. Их едим, чтобы они там у нас не воняли. А нет, все еще горячая. Горячая чашечка чая у нас. Тогда воды еще бухнем и ложимся спать. Все, и ложимся спать часов так на 10. Блин, я надеюсь, что я не это. Куда? Что ты сделал? На 10. Сон. Еще посмотрим, сколько там времени. Время ночи, короче, да? Так, что мы тогда? Пьем прокисшую газировку. Еще пьем. Там, потому что мало было, походу. Еще пьем. Так, по температуре нормально. Так, кто там все хлопает-то у нас, а, дверями? Сквозняк гребаный. И тогда тушим. И на 3 часика еще спать ложимся. Я думаю, сейчас должно рассвести уже. Рассветить. Ну, вы меня поняли. Нет? Но я думаю, нормально, если честно. На, блин, что ты опять убираешь-то постоянно? Забираем. Тут у нас более-менее все. Хаваем мясо. Пьем водички и идем. Все, ништяк. Фух. Покинуть пещеру. Да, конечно, покидаем пещеру. Посмотрим, где мы сейчас окажемся. Мне же самому интересно. Блять! Я испугался, ёбаный в рот. Да что за херня-то? Давай, чувак, стреляй, 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 стреляй. Мне что-то тут поиграть? Да что за криповая игра-то стала она такая, а?